Доброй ночи. Время 22:45 2 июня 2023 года. Вот. Ну вот 5 соточек косметического покоса возле медпункта. Потом там, наверное, соточек 10, наверное, вокруг умывальников, может меньше, не столь важно. Потом получается северная сторона казарм, первой и второй, с куветами и с торцов еще раз прошелся, все одуваны вот эти вот, которые плоские такие, расползаются как морские звезды, все, короче, под землю выдолбил в двух казармах. С востока запада, где клуб получается. Ну а там южная сторона, там уже кто-то делал. Ну там травка уже растет. Вот, получается, с трех сторон казарму сделал. И вокруг умывальников, вокруг душевых и медпункт. И, короче, попросили мне заглушить все. Так, ну еще щитовую надо сделать. Еще вот волейбольное поле. Вокруг столовой, плац. Вот. Пошел я тогда за территорию. Перекушу. Вот, смотрите, получается бензинчика. Была это в десятку я. Ну, тут сколько, литр, наверное, да? Ну, 4 литра есть точно. 4,5. 4,5 литра. Потому что под завязку была пятерка набита. Прям под завязку. Я перелил ее в десятку, просто так удобно в рюкзаке нанести. Сейчас пойду дорогу лупану, и будет вообще классно. Ну, а судя по бензину, все, зачет. Один день отработали. Шутка. Вот, я, наверное, это в гамаке переночую. С утреца начну. Здесь вот щитовую. Или плац. Сказали, с 6:30 можно. Ну, все, помогай Бог. Иди, моя хорошая, иди, моя охрана. Вещи оставила, она весь день около вещей сидела. Все, YouTube-канал Стороженко Владимир, 1700 видосов, там что-то уже ребята-курсанты подписываются. Вот, говорим о здоровье, как больше зарабатывать, как быть здоровыми и как больше времени проводить с семьей, с друзьями. Это позволяет сетевой маркетинг. +7 902.